ведь нашел к передаче партнера. Шайба дошла до Муханова. Динамо в атаке. Это может быть опасно. Смирнов на дальнюю отдает. 1-0. 1-0. Динамо открывает счет в этом матче. Сергей Кузнецов. Замечательная прямая атака. Ну и, конечно, не включился бы в нее Смирнов, ничего бы не было. Для Кузнецова первый гол в континентальной хоккейной лиге. Первая шайба в КХЛ для Сергея Кузнецова. Вот сейчас Шалап пытается Петрова к борту прижать, и у него это получается. Выбрасывает Барыс шайбу на красную линию. И какой классный отбор от Лабейта. Лабейт! Гол! 2-0! Шикарная работа Джозефа Лабейта. Потрясающая шайба. Все сам сейчас сделал легионер Барыса. Совершенно непонятно, почему настолько пассивно сыграл Акбарс и позволили Лабейту отобрать шайбу, и позволили ему вкатить на пятак, и позволили ему бросить. Будет меняться там команда гостей. У Акбарса какой гол! Котелевский! Ну, вот эта пуля от Котелевского, конечно, сам не ожидал, суть по лицу, что получится именно так, но получилось! Шикарный гол. 5-3. Акбарс теперь уже ведет в две шайбы. И концовка обещает быть относительно спокойной для казанцев. На линии паса Чебыкин оказался, предугадал, где будет шайба. Ее перехватил и начал атаку своего клуба. Вот бросок, и Адмирал сравнивает счет в этом матче за 2,5 минуты до конца третьего периода. Дмитрий Бучельников. Это 2-2. Классно попадает в дальний угол. И я бы тут даже не винил вратаря верхом. Дальнюю. Даже не в девятку, чуть ниже, но над ловушкой шайба пролетает. Чем-то интересно, судя по всему, завершится этот отрезок. Муханов в зону вошел. Эти партнеры. И третья влетает в ворота Лады. Да, действительно, я был прав. Чем-то очень и очень интересным завершается игровой эпизод. А Бросимов оказался тем игроком, который клюшку подставил под этот прострел. На Николаева. Тут такая тонкая передача не прошла. Ткачев. Выход 2 в 1. Пас на дальнюю. Спунер делает счет 2-2. Вот так вот из ничего соорудили это взятие ворот хоккеисты омского «Авангарда» на голом мастерстве. Действуя, и Владимир Ткачев свой второй балл за результативность набирает. Райан Спунер забрасывает и свою результативную серию длиной в 3 матча продлевает до 4-го поединка. И еще один момент на скорости. Старков. И здесь как подняли Талистрову клюшку. И все-таки на пятаке вот дорабатывают. Дорабатывают санкт-петербуржцы момент. И забивают. Ну и здесь, вот здесь не дают бросить Алистрову. И в итоге-то как красиво из-под ноги бросил Старков. Как он там сумел разобраться быстро в этом эпизоде. Вот шайба отскакивает от вратаря. И вот здесь красиво, красиво как сделал все Старков. Шикарный гол нападающего СКА. Находясь напротив пустого угла ворота. У Динамо контратак. 2-1. Рашевский со скамейки штрафников выводит юбиляра на гол. Вот это было красиво. Вся динамовская лавка вываливает на площадку приветствовать гол Ильи Каблукова в его 1000-м матче чемпионата страны. Морозов здорово обыграл в третьей зоне. Дальше скинул Порядину. Перевод. Вишневский. Передача. Гол! Как разыграли сейчас красно-белые. Просто фантастика. И Голдобин оформляет дубль. Да, с такими партнерами грех не забивать. Ну и Николай, конечно, хорош. Сумел подправить между щитком Голдянова шайбу. Линч отдал. Сам раскатился. Получил. Отдал. Открылся. Дальше пятак. Ой, как здорово. 2-2. 2-2, Кирилл Воронин. Торпедовцы сравнивают. Ну и какая атака по своей геометрии получилась. Все точно, все своевременно. Все в клюшку, все именно тогда, когда нужно. Классная шайба. 2-2. Ну и здесь всю атаку отметим.